ты удачно добрался. Не уверен, что слово «удачно» подходит, но да, добрался. Так, теперь расскажи, как попасть к мэрии. У Юниона есть что-то типа закулисья, чтобы работники Мёбиуса могли втайне за всем наблюдать. Там многое уцелело, и по переходам можно попасть в разные места. Но куски города плавают в небе. Как там могут быть тоннели? Не тоннели, переходы. Ты входишь и выходишь из них с помощью фазового сдвига. Мы зовем эту систему «сеть». Она на другом, незримом уровне. Звучит как полный бред. Неважно, бред или не бред. Главное, что работает. Но это лабиринт. Свернешь не туда, попадешь совсем на другой конец города. Где эта самая сеть, которая выведет меня к мэрии? И кто только все это выдумал? Я отмечу, где узел. Это в северном убежище. Похоже на обычный компьютер, но только с виду. Я дам тебе пароль для активации. Войдешь, двигайся по отметке к выходу Б2. Он и выведет тебя к мэрии. Мог рассказать и по коммуникатору. Ну да. А вот это не смог бы отдать. Переходы в порядке. Но инфраструктура Юниона разрушается. Есть данные, что по пути к выходу Б2 произошла утечка газа. И там без противогаза не выжить. Смертельно опасный газ? Спасибо, что худшее приберег напоследок, Анил. Судя по тому, что я тут видел, это еще не самое худшее. Не продолжай. Что-нибудь еще тебе рассказать? Боже, прости меня. О, Господи, умоляю. Я согрешил, но только не это. Умоляю я. Боже, прости меня, мои грехи. Боже, прости меня. Пожалуйста, умоляю. Господи, прости меня. Здрасте. Боже, прости меня. Все нормально? Боже, Боже, прости меня. Боже, Боже, умоляю тебя. Падры, похоже, не из слабаков.
Кажется, у кого-то проблемы. Тварь выплыли, если они помогут. Все в порядке, я с ними разобрался. Откройте дверь. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Спасибо, вы меня спасли. Я уж думала, мне конец. Все в порядке, успокойтесь. Что здесь происходит? Откуда же мне знать? Если кто и должен спрашивать, что происходит, так это я. Послушайте, я сам только прибыл и вообще ничего не понимаю. Да ну, и как вас зовут? Себастьян. Себастьян Кастелланос. Ну, значит, вам известно больше, чем мне. Я не помню даже собственного имени. Не знаю, какой сегодня день. И понятия не имею, где я. Да что ж такое со мной происходит? Ну, вы попробуйте вспомнить хоть что-то. Сначала я сидела на приеме у доктора, такой азиатской женщины, а в следующий момент оказалась в этом городе. На мне была незнакомая одежда, и мужчина назвался моим мужем и велел мне бежать. А я, между прочим, не замужем. Это все не настоящий бред какой-то. Я хочу спросить. Я ищу свою дочь. Ей 6 лет. Ее зовут Лили. Я не встречала здесь детей, только этих тварей. Проклятие. Ей 6 лет. Мне очень жаль, мистер. Бедняжка. Как же ей не повезло. Если б я только могла помочь. Я понимаю. Но я не сдамся, пока ее не отыщу. Значит, вы просто проснулись здесь пару часов назад? Часов? Дней? Не могу судить о времени. Последнее, что я помню, кабинет этого доктора. Какого доктора? Мне нужны были деньги, я пошла по объявлению, где хотели изучать пациента во сне. У меня взяли анализ крови, провели медосмотр, а потом доктор начала задавать странные вопросы. Я не понимаю, что происходит. Вам что-нибудь говорит название Мёбиус? Вроде нет, ничего. Но я вообще мало что помню. Что можете рассказать мне об этих тварях? Я ничего не знаю. Знаю только, что они убьют при первой возможности. Не подходите к ним. А откуда они могли явиться? Мужчина, который называл себя моим мужем, вел себя странно. Оглядывался через плечо, хотя там ничего не было. А потом вдруг закричал и начал меняться. Его кожа пошла пузырями. Это было ужасно. А потом он попытался меня убить. Значит, раньше они были обычными горожанами. Что же заставило их измениться? Я ничего не знаю. Я не могу помочь вам, мистер. Я попытаюсь выяснить. Оставайтесь в доме и заприте дверь. Снаружи опасно. Да я отсюда и носа не высуну, обещаю. Спасибо, что спасли меня. Если вам что-нибудь здесь нужно, не стесняйтесь. Я хочу спросить. Я бы хотел помочь ей, но для всех, кто еще жив здесь, будет лучше, если я отыщу Лили. Yeah.
Наверное, пора сообщить обо всем Кидману. Кидман, ты меня слышишь? Отлично, слышу. Есть что-то? Хорошие новости. Я нашел Анила и обнаружил след, ведущий к Лиле. Отлично. Плохие новости. Юнион буквально разваливается на части. Там полно монстров и трупов. А, и тот психопат, о котором я говорил. Тот, что с невероятными возможностями. Лили у него. Я собираюсь войти в сеть, о которой ты, кстати, мне не сказала. И найти его. Прости, у нас не было времени, чтобы все тебе рассказать. Но мы не знали, что все так плохо. Здесь все как в маяке. Нет, даже хуже. Потому что в маяке не было моей дочери. Ладно, успокойся. Надеюсь, что смогу тебе помочь. Что известно об этом человеке? Мужчина. Примерно 1,80 м. Черные волосы. Похоже, воображает себя художником. Маловато данных. Это я и сам понимаю. Я направляюсь в мэрию. Свяжусь с тобой потом. Вот тот компьютер, о котором говорил Анил. Попробую ввести пароль. Похоже, здесь тоже все пошло наперекосяк. Похоже, они продолжали проектировать районы Юниона. Thank you.
данный момент активирована блокировка. Отключите блокировку, настроив нужную частоту на коммуникаторе. Ладно, попробуем. Система перезагружается. Надеюсь, это все. Патроны надо поберечь. Перезагрузка системы завершена. Блокировка полностью отключена. Господи, ну и вонь. Значит, вот где утечка газа. Спасибо, Анил. Я бы и правда не выжил без противогаза. Прямо лабиринт. Взрывоопасно. Черт. Здесь нельзя будет стрелять.
Электрический замок. Плохо. Так, нужно идти по проводам. Это сработает. Маска тоже не розами пахнет. Yeah.
не могу. В туннеле произошла утечка газа, а я... Алло, меня слышно? Это Уоткинс. Уоткинс, что там у тебя? Коллапс происходит быстрее, чем мы предполагали. Уже затронута сеть. Эти твари пытаются прорваться. Мне нужна помощь. У нас тут безопасно. Иди сюда. Я не могу. В туннеле произошла утечка газа, а я противогаз в БТРе оставил. Пришлите кого-нибудь из группы с противогазом для меня. Прости, мы не можем рисковать людьми. Да что вы сдохли все! Вот он, мой путь в Юнион. Что-то я не помню эту дверь. Что за чертовщина? Здесь вы можете проверить свои умения. Войдите и испытайте свою удачу, детектив. Да что за бред? Бредом было бы не попытаться. Держите руку неподвижно и стреляйте, как умеете. Тут можно не беспокоиться о боеприпасах. Превосходно. Пожалуй, вы можете быть самым лучшим, детектив.